тулил так. Никому не красный, ты ничего не дали? Нет, это жёлтый. Давай, выходим! Выходим! Нормально. Вот, блядь! Хорошо, в 13.30 будь где-то у меня, чтобы я успел зайти залить видос. И чтобы ты просто со мной не сидела, не тупила, не ждала. В 13.30 будь где-то дом, под домом у меня. Я выйду, уже поедем сразу. Вот, я еще даже успею перекусить.
Кому? Не-не-не, рано ты свистнул. Куда? Ну я ж, блин, снимаю. Ну, ну что? Я не слышу. Девкин, гол, Соболев, пас. Окей. Обожаю записывать и снимать одновременно. Очень удобно иметь сразу пару глаз. Все, это на ней расходится. Ты с ливер играет или это мангер? Ты с ливер еще будет сейчас. Ага. Я тоже не вижу, как бы. Обычно же не приходят за пару матчей. И остаются еще на пару матчей после. Да, да так. Что ты шутишь? Они же сильно, ну типа. Сильно так делают. Анализируют на него, направят свободных агентов. Правильно? Хорошая стратегия. Thank you.
Вове, дай Вове, вот. Вова, Вова! Давай, 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 давай
Играй! Посмотри! Где Андрей? Андрей, ты записал гол? Да, ты отдал, а смой забил. Да, ты отдал, конечно, забил. Когда ты там долго, ты тебя вот завис, или? И что? Пати куда бьёшь? Когда пати бьёшь? Не, ну помнишь, что это было, ну а что? Там кому-то жёлтый дали. Ну, жёлтый. Да я, блин, не помню, я не особо притянул. Что? Блин. Компания, да? Система, да? Это он Андрюхе решил спросить? Что? Так подожди, так он... Ну, ты думаешь, это он, типа, ну, он будет заменять... Я знаю, что точно что-то третье. Не, я знаю, но, типа... Ну, чувак... Такого еще не случалось ранее, ты понимаешь? Может, он, типа, обиделся? Мне просто не будет хватать, ну, будет не хватать его кепки сегодня. Что типа все будет в порядке. Да, и типа. Потому что я вот не вижу команду без него. Уже все.
кто же будет мне камеру заслонять, когда я буду снимать? Еще сегодня на работу пришел, получается. Ну да, типа, с учетом того, что его не было на Манью, то это уже было, знаешь, подозрительно как-то. А сейчас я уже разочарован. Целый день, не знаю, когда подходит. Да, начало. Я ж только так целую неделю держусь, понимаешь? Уверенная победа, так сказать. Витя, а это ты снимал обзор комплекса СПА? Да, это ты его снимал? Ну, и Андрей тоже снимал. Такая качественная съемка, я такой, о, вау. Правда, все время одно и то же, типа, просто поворот слева направо, но, знаешь, типа, не хватало только еще от Пурсикина, типа, добавить спецэффекты. Как в санатории ласточки, понял? Я одну и так. Ты одну ты? Ты не можешь объяснить схему? Почему туда футболисты отходят? Соговорились сразу. Как партнеры не будут предоставлять. Я не знаю, раз какой-то вперед, но раз в 3 недели. Да. Лучшая команда. Вот. Открывается. Ага. То есть сауна теперь партнер. Вест комната еще одна партнер. Пещерская. Что за квест-комната? Ты обзор на нее снял уже или нет? Квест-комната обзор не снял. Да? Почему? Это квест-комната. Не рассказывай. Секреты все. Да ладно, просто расскажи, как пройти ее нормально. По-быстренько. Марк, не в школе, почему? Нет,
Не покушай, пожалуйста, перед тем, как выходить будешь, чтобы это не было казусов. Тепло. А подъезжай, наверное, все-таки на, ну, типа, через час, плюс-минус, через час 10. Вот, я быстренько просто закину шмотки, поедем, пока еще светло. Вот, матч уже залью, потом вечером как приеду, может быть, или завтра. Последнее. Если ты можешь, возьми, подожди, пожалуйста. Сад шестая.